Тимур, ну поздравляем тебя с бронзовой медалью. Вообще ты сегодня фехтовал, но со стороны смотрелось просто совершенно потрясающе. А по ощущениям? Ну, сегодня, конечно, выдался день непростой. Было нелегко, все противники на чемпионате мира по-своему сложные. Скажем, тяжело бороться. Но там были счета у меня 15-7, 15-6, но это ничего не говорит. Так что каждый бой был по-своему тяжелый. А самый-самый тяжелый? Самый-самый тяжелый – это как раз был, наверное, бой за полуфинале с китайцем. Угу. Там уже конец дня, уже пройдено много боев. Там физически устаешь, психологически. Из-за этого он, наверное, самый был для меня тяжелый. И в конце я еще немного ногу потянул. И это мне, наверное, помешало выиграть. А что случилось с тобой? Ну, я на выпаде дернул ногу. Угу. И вот это, у меня уже это давнишняя травма. Она заживает периодически, периодически выскакивает в определенные моменты. Но слава богу, что в конце сезона это, не в середине, не по ходу сезона. Но еще в команде надо фехтовать, так что я буду восстанавливаться. Надеюсь, нога пройдет и покажу хорошее фехтование в команде. Хорошо, скажи, пожалуйста, ты же дебютант чемпионата мира, да? Да. Правда? Вот да. Еще и чемпионат Европы тоже ты был дебютантом месяц тому назад. Вот чем эти соревнования отличаются? У тебя нет такого, ну, в принципе, наверное, мандраж все-таки был побольше на чемпионате Европы или нет? Ну да, на чемпионате Европы это первый мой самый такой ответственный на взрослых таких соревнованиях, первый мой турнир. И там я уже ощутил все волнение, стресс, mm-hmm. вот это вот. И уже сделал определенные выводы, уже к чемпионату мира подготовился хорошо. То есть здесь такого мандража у тебя не было? Такого уже мандража не было, да. Уже был просто, не знаю, уверенность какая-то, что ли. Уже, не знаю, был спокоен. Какие выводы ты сделал после чемпионата Европы? То есть то, что можно со всеми фехтовать, и откуда эта уверенность появилась у тебя? Ну да, на чемпионате Европы я дошел только до 16 лучших, как сказать. Так и говори, так и есть. Да, так и есть. Сделал определенные выводы, какие-то узнал для себя новые свои ошибки и постарался их исправить. Ну, как видите, вроде как получилось. Но надеюсь, в дальнейшем я выиграю чемпионат мира. Пока. Все в свое время, как говорится. Хорошо, я тебя поздравляю еще раз. Все, очень надеемся на командное соревнование, как будете настраиваться и удастся ли восстановиться, как ты думаешь? Ну, я думаю, удастся. У нас хороший медперсонал, они меня поставят на ноги. Хорошо, удачи в командах. Спасибо. Все.